Девятая школа Кизилюрта готовится к открытию. Там 1 сентября более 600 школьников встретят в обновленных после капитального ремонта классах. Так привели в порядок фасад и крышу школы, полностью заменили электропроводку и систему водоснабжения, а также отопление и канализацию. Благодаря программе капитального ремонта удалось увеличить количество учебных помещений. Теперь ученики начальной школы будут заниматься на отдельном этаже. Помимо этого, в здании появился медицинский блок, соответствующий всем санитарным нормам. Не было у нас медицинского пункта. Но он не соответствовал никаким правилам санитарных норм. И этот медицинский пункт спустили вниз на первый этаж. И сегодня он на 90% соответствует всем требованиям санитарных норм.